У МВД информируют. Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Ленинскому городскому округу в лесном массиве вблизи улицы Ольховая задержан 42-летний житель Истры, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра в сумке злоумышленника обнаружен сверток с тремя пакетами кристаллического вещества светлого цвета, общим весом около 300 граммов. При вас находится, да, запрещенное вещество, я так понимаю, да? Ну, да. Что там может быть? Наркотическое средство? Ну, какое именно? Знаете? Я не знаю, как оно называется. Установлено, что изъятое наркотическое средство N-метилэфедрон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сотрудниками управления уголовного розыска задержаны двое жителей Москвы, подозреваемые в краже в особо крупном размере. Для совершения противоправного деяния правонарушители незаконно проникли в жилище потерпевшего и из сейфа похитили денежные средства, ювелирные украшения, наручные часы, а также другие ценные вещи. Общая сумма материального ущерба составила более 25 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.